Подготовка к школе – это задача, требующая от родителей и учеников продуманного подхода и строгого планирования. В этом году за парту сядут сразу 5 детей многодетной матери Севиль Алиевой. Это значит, что 5 комплектов школьной формы, 5 пар обуви, 5 рюкзаков и бесчисленные наборы тетрадей и ручек вытянут из семейного бюджета приличную сумму. Женщина решила принять участие в программе «Дорога в школу». Эта акция проводится при поддержке партии «Аманат». Обратилась я за помощью «Дорогу в школу». У меня 5 детей, многодетные. Я бы, наверное, без этой помощи в этом году именно не смогла бы справиться. Спасибо предпринимателям, тем, кто нам помог приобрести вещи. Спасибо вам большое еще раз. Оказать помощь многодетной маме вызвался торговый центр «Аврора». 7 школьникам купили спортивную форму и кроссовки. В акции приняли участие предприниматели, которые расположили свои магазины в новом просторном ТЦ. Мы решили, что не должны оставаться в стороне, помогать нашим согражданам, особенности детям, чтобы они получали положительные эмоции и чувствовали поддержку. Пока мама и старшие дети закупаются школьными принадлежностями, младшие играют в новом детском развлекательном комплексе «Орликино». Он находится на 4-м этаже ТЦ «Аврора». Это место, где дети отвлекаются от гаджетов и погружаются в мир веселья. Компания создала для ребят все условия. Здесь есть множество интересных занятий для детей разных возрастов. От песочницы с игрушками для малышей до батутов и горок для подростков. На 1-м этаже «Аврора» расположен автомобильный салон, а на 2-м и 3-м можно найти одежду на любой вкус, как для взрослых, так и для детей. Камила Карим, Матвей Колесников, МТРК.